Друзья мои, всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всех с Рождеством, мои хорошие! Прям буквально у нас через пару часиков наступит Рождество. А вот, и мы решили сегодня посидеть немножечко, отпраздновать это дело. Вот, смотрите, вот, что смогла, накрыла на стол. У нас ведь такая вкуснятина, у меня уже слюни текут. Смотрите, сделала блинчики с икорочкой. Да, видите, еще прям еще. Вообще расстаралась. Да. А черные не было, да? Черные вот не завезли. Не наловила, в да? этом году, да. Мишаня, видишь, в гости не затащила. У него была черная. У него была черная, да? Чтобы отжать ее. И мы созваниваемся, я говорю, Вован, а это Вован. Говорю, Мишаня, у тебя, говорит, икра, у меня блины. Давай объединимся. Давай, тащи. Нет, он говорит... Сегодня он, к сожалению, не приехал. Он говорит, завтра. Что-то опять он спит там целым днем туда-сюда. В общем, смотрите, пожарила котлеты очень вкусные, вот эти вот с рыбкой. Рыбьи котлетки, смотрите, какая красота. Давайте. Да? Вот. Ну, блины, конечно, просто прям вай-вай-вай-вай. Я вот положила и корочки, ну вот, мяско. Брязовым. Да, брязовым, да. В общем, всем приятного настроения, всем хорошего настроения, всех с Рождеством. Я вот немножечко себе налила бокальчик. Ну, а тебя просто. Толкаш. Так, да. Толкаш. У меня хорошо с печенью все. Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу. Ой, да, спасибо. Так, пробуем. Тут котлетки. Это котлеты из тунца. Ну, а Вован кушает мясо. Ему очень понравилось. Пускай кушает свое мяско. Я думала, знаете, девочки, сделать блины с мясом, отжать у Вовки мясо, перекрутить его, добавить туда обжаренного лука, и получится, кстати, очень неплохой вариант. Да? Так оно будет сочное. Луком, кстати, прям можно было бы. Просто обжарить лук, например, грибы, и прям вот в это мясо. А потом блиночки. Было бы здорово. Но, к сожалению, моя попытка не удалась. Так что так. Котлеты с тунца очень вкусные. Что там у них тунца? Не вижу. Ну, он подразумевается. Он там где-то запах от тунца. Нормально, нормально. За здоровье. На здоровье, за здоровье. Ня-ня-ня. Брязола. Вкусное такое мясо. Говядинка. Тоже говядинка мясо. Кушай, кушай. Я же не против. Тебе больше неделю есть одному. Ну, если ты так будешь жадничать, да. А что жадничать? Я тебе два куска положил, тебе малышки. Ты сколько? По три, что ли, класть? Целую тарелку. Ну-ка, будет портиться. Я тебе наложу. Не, когда встать нормально. Дарья Вовчик предлагала сходить в эту церковь. Тут я с ним согласна. Он не хочет, говорит, к сожалению, там будет очень много людей. Там будет столпотворение. Вот, и... привитых, очень, да, и привитых, и непривитых, и многие будут без масок, скорее всего. Так что, я все бежу, но Бог бежит. Посмотрим он по телеку. На Бога не надейся и сам не плашай. Да. Посмотрим сегодня по телеку. Будет в 11 часов у нас этот богослужение из Москвы. Посмотрим. Такой православный праздник. Ну, как-то, знаете, мне кажется, все равно Новый год больше отмечают, нежели чем вот Рождество. У меня вот Рождество это, ну, вроде как праздник, но... Как будет идти в Спарт индейку брать? Зачем? В духовку. Ага. Запекать целое. На Рождество? Нет. Ну, понимаешь, вот в Америке, например, у них вот больше отмечают Рождество. У нас вот больше отмечают Новый год. Тем не менее. Это же неплохо. Какой? Старый Новый год или Новый год? Ну, знаешь, мне как-то старый Новый год больше, чем вот Рождество. Не знаю, может быть, как-то не воспринимаю вот Рождество прям таким праздником. Хотя,
О, это еще вкусно. Годы. Это у нас национальная охота или рыбалка. Это что, сидим дома. Но тем не менее, мы этот праздник чтим. Вот. Видите, блинчик напила. Че тут захотелось? Вот захотелось и все. Даже Вован оценил. Говорит, о, молодец какая. О, давай поедим. Все, включил себе телек. Ребенок включил себе мультики. Ну что это? Я мясо ем. Ты рулеты будешь или нет? Да. Ты их накрутил целую эту? Да. А вот так нифига не ешь. Так ты же сказал, накрути целые. Ну. Все, что есть. Ну, так я надела, что ты их будешь есть. А ты? Так я их ем. А вчера я их ел, сегодня их ел, а ты вот не ешь. Я ем. Беру и ем. Я ем. Ты видишь? Вижу. А рулеты не ешь? Ем. Это не рулет. Бля, видишь? Рулет. Еще тарелки поменяю. С рулетом, да? Угу. С рулетами. Вкусно. Я не знаю, куда готовить. Еды полно дома. Вот мы еще полноценно даже в магазин не ходили. Да? Все подъедаем. Ну все, находишь. Все в холодильнике. Полно всего. Да, и там еще микс у нас есть. Ой, там еще полно. Там еще микс. Я говорю, картошки, там куча солений. Вообще. Куда столько? В этот раз котлетку сделала. Нехороший блин получился. Прям четкие. Представляете, какие они эластичные. Вот даже не порвались, видите? А, запах классный. Сейчас будем кушать. Сюда речи дадим и будем бляны. Кто-то пироги готовит. Ну, честно, вот с тестом я дружу только с блинами. Все. Все остальное тесто я не воспринимаю. То есть, когда уже... там муки надо. Да. Прочего. Уж нам скорее. Я не может этого. Нет. Здесь же тоже мука идет. Это все Вован. Ой. Здесь же тоже мука идет. Но вот это вот, блин, у меня хорошо получается. Но другое, что-то как не очень. Ты тогда где-то жарила. Все не влезли. Я вот пачку брала. Там было 8. Ну да, согласна, тунцом здесь как-то не очень пахнет. Я там смотрю. Пытаюсь увидеть тунца. Очень вкуснее. Ощущение, что здесь консервы. Может быть. С запахом тунца. Да. Вот те, кстати, котлеты были лучше. Они все были, не помню? По-моему, с трески, что ли. Еще и на завтра есть были. Хорошо. Да? Да. Мои хорошие, еще раз всех поздравляю с Рождеством, с таким прекрасным праздником. Вот, кто-то его отмечает, кто-то не отмечает, светлый кто-то праздник. Празднует. Да, светлым праздником. К вам, кстати, в Рождество еще и пост идет, если не ошибаюсь. После. Ну, может быть. В общем, сейчас есть возможность немножечко посидеть, отметить. Вот, так что всех поздравляем еще раз с праздником.
Еще крещения не было. Кстати, вот да, крещение. Ты будешь купаться-то? Угу. Ты все это рвался это несколько лет тут. Да. Я поеду. Что, поедешь? А как же? Будешь купаться? Угу. Не, я серьезно. Да. Что, поедешь? А ты нет? Не, я нет. Я трусиха и мерзлячка. А ты будешь купаться? Да. Что, серьезно? Дома в ванной? Или все-таки сходим? Осветю. Осветишься? Ванную. А, ванную осветишь. Ну. Кстати, по-моему, нельзя в этот день вот, купаться. Ну, в смысле, принимать ванну. Мыться нельзя. Да, потому что считается так, что вода идет. Святая? Да. А ты ее портишь? Из-под крана, да. Ну, ты просто, я помню, несколько лет говорил, что вот, я бы сходил. Ну, я работаю. Видишь, как отмазки были. Mm-hmm. А сейчас как бы отмазок-то нету. Давай. Пошли. Пошли. Ты будешь купаться? Ну, ты залезешь? На часов. Где? Ты залезешь? Ну, на грибной. Там будут mm-hmm. палатки. No. МЧС, скорая. Там этим сделают. Спускаться. Полыньи. Там, ну, все в полу. Ты пойдешь? Ты хоть знаешь, как правильно? Там нужно три раза окунаешься, перекрещиваешься, когда же. Там вылазишь, перекрестился и это. Правильно? Там так. Перекрестился три раза. И пошел в воду. Окунулся три раза. Выжился. Вытерся. Не, просто видел, как многие, знаете, там. Одеваться. Окунулись, вынырнули, перекрестились. Еще раз окунулись, вынырнули. И так три раза. То есть там купаться-то не надо. Да. Там просто раз, раз. Окунулся и все. А что, мы пойдем? Мы эти халатики захватим. От Василька. Зачем? Я же туда делался. Там не халатик, там после этого. Вытерся быстренько. И во что-то теплое. Ну. Палатку переодеваться. Там будет чай должен быть. Ты Страхово. Пойдешь? Алкоголь, кстати, нельзя пить в этот день. Тебя никто не заставляет. По-моему, 13. Даже для Сурио. А когда у нас это крещение-то? С 18-го. На 19-е. Угу. Ночью. Понятно. Так, ты... Я бы на гнилку хочу уже соус сожрать. Чего, я рулетики ем вообще. А не соус. Помидоры все сожрал. Брюзову все сожрал. Да? Да-да. Блины давай ешь. Плюсики. С икрой. Что это? Так. Ну, который я брала, девочка. О, красавица. Обрызла, да? Ну, смотри. Видишь, он какой? Девочки, смотрите, он, видите, вот дырявенький такой. Ажурненький. Смотрите, какой красивый. Дырявенький. Вот дырочку. Ой, волшебный. Волшебный. Золотыми своими ручками. О, красота. Вон, видишь, какой дырявенький. Угу. Теперь берем и корочку, девочки. И корочку. Ложку. О, да. Прям так ложечкой. Не церемонися. Съедаем бризолу, да? Да. Кто-то икру, кто-то бризол. Ну, как хочешь. И вот так вот прям. О, девочки, о, смотрите, смотрите. А вот теперь от Вована. Берете вот так, складываете. Берете вот так вот корочку. Красота. Вот ее посерединке раз. Ать. Вот так вот. Ать. Mm-hmm. Вот. И вот так вот берете так ее. Складываете так. Раз. Два. Так вот три. Вот. Кушай. И начинаете есть так. Слушайте, блины прям вообще. Вот видите, лезь. Да. Лезь. Вот такой блинчик, да? Вот такой вот. Да. Да. Смотрите, какие. Древенькие. Вот так кусаем, мол. Не, очень хороший, кстати, блин получился. Боже. Ну, по-моему, я мало сахара добавила, но это тема. А то обычно они какие сладкие получаются. А 3 чайных ложки добавила. Ты знаете, делала абсолютно обычный рецепт. В интернете нашла. Да.
булочки. Давай, за Рождество. Угу. Давай. Вкусно? Ничего. Красота. Ребятки, давайте с вами тоже. Давай, за Рождество. Давай. Вот, все, за Рождество. Балдуш. Надо еще родной икрой. Ну, хотя, мне кажется, красная икра мне лучше всего любимого подходит. Да? Руки. Все сожрал. Тля. Ну ты все пожрал. Не надо. Как хочешь. Давай еще по блинчику. Давай. А еще. Вот еще раз показываю, как это делается. Берете. Еще раз показываю. Ложите. Ходите. Блинчик. Я тоже так хочу. Я вас заинтересовала всего. Да? Методикой. Да. Видите? Слышь, так вот. Так вот. Не жалеем. Ну, это я заклею. Да? Мне курки-то оставил? Я всю икру сожрал. Раз. Нажимать тяра. Вот так вот. И вот так вот еще пополам так раз. Ну, видишь, как вкусно. Получился такой самолетик вот. Да. Не, ну хороший блин, кстати, получилось здесь. Прям балдежные. Правда, нужно, конечно, делать раза в полтора больше, потому что как-то это мало получается. Вот с одной вот этой штучки у меня сколько получится? 11 блинчиков. Может быть, у меня сковородка большая. Слишком. Как-то надо побольше. Только разойдешься, только сковородка разогреется. Только руку уже там раз. И все, и тесто уже закончилось. Кстати, у меня, прикинь, у меня даже первый блин не был кома. Офигеть. И, кстати, вот на это очень классно жарятся они. Прям балдеж. Ну, как жарко стало дома. Да. И вот на этой, кстати, этой плите очень классно жарится. На комфорт. Да, на комфорт. Представляем, что здесь много икры. А там с боков и посерединке греет. Да? То есть равномерно. Угу. О, обалденно. Кто-то пироги ест, а мы блины. Такой. Тоже вкусно. Да? Ну что, дашь свое мясо на растерзание? Я сделаю блины с мясом. А я что буду есть? Сделаю блины с мясом. А я что буду есть? Эх, это... Пробью через блендер. Пробаю. Надо блендер. Обжарю их с луком. И это... И... Я такой съем. Давай. Зафаршируй. Ты хороший. Красота. Даже спасибо не сказал. Старалась. Спасибо. Пожалуйста. Так, как Новый год, Рождество, встреча, так вы пройдёшь, а? Мы будем с блинами и с икрой. Тоненькие такие. Видишь, они не рвутся. Очень эластичные. Кстати, вот лопаточка вот эта вот новая, которую делают, очень удобно. Вот так. Получилось. Да. Обалденно. Да? Если хочешь, там еще и курка есть. Да. Там будешь еще нету. Еще блинчик хочешь? А селедочная корочка есть? Нет. Нету, на одну посередине тоже хорошо было. Не, мне кажется, не очень. Но там с такой корочкой будет хорошо. Да. У-у-у. А с черной еще лучше. Хочешь, пойдем завтра купим? Ну, что такое?
собой пей. То я что-то не хочу. Чего? Пей мой. Ну, не наливай. А я еще? А я три выпью. Пей три. Давай. А я что держал? За Новый год, девочки, за Рождество. Еще раз всех поздравляем. И девочки, и мальчики. Всем здоровья, главное. Чтобы в вашем доме всегда царила любовь, благополучие, и все было хорошо. Чтобы скандалы и прочая фигня обходили вас стороной. Всего хорошего. С Рождеством. Все, мои хорошие, еще раз всех любим, целуем. Мы пошли, как говорится, смотреть, что там как, богослужение. Вот, пошли немножечко посмотрим сериальчики. Завтра, может, все-таки выберемся из дома. А вот, и что-нибудь сделаем полезное. Все, увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока-пока. С Рождеством вас. Пока.